Всем привет, с вами Лысый Дядь, и сегодня поиграем в игру Val World. В этой игре мы будем находиться внутри роботизированного паука, копать шахты, улучшать свое снаряжение и пытаться найти край этой бесконечной стены. Ну что ж, давайте начинать. А сложность, давайте нормальную пока что. И да, ребят, если вам понравится эта игра, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, и поиграем в нее еще разочек непременно. Итак, нас встречает интересная девушка. Это, видимо, наш магазин, где можем купить новое снаряжение. Пока что у нас ресурсов совсем нету. Засекречено. Хорошо, я понял, какие-то технологии неизвестные. Давайте начнем. Вот, ребята, мы начинаем. Наш роботизированный паук, который передвигается по бесконечной стене. Вы нашли вход в шахту. Войдите в шахту R, чтобы перевести робопаука в стационарный режим. И начать раскопки. Окей, поехали. Нам будет на стене встречаться вот такие штуки, где мы сможем прокапываться. Паук стабилизирован. Отключитесь от паука кнопочка Е, чтобы начать добычу в шахте. Разбивайте породу плазменным буром. Засасывайте выпадавшие ресурсы. Возвращайтесь к пауку, чтобы разгрузиться. Я понял. Пока что у нас очень медленный бур. Очень медленно добывает. Ну, я думаю, мы в дальнейшем с этим справимся и улучшим добычу, ускорим добычу. Ой. Так, на нас... А как? А, вот, на буковку Е. На нас напали. Теперь... О, прикольные такие чуваки по стене бегут. Такие звуки. Мне нравится, прикольно. Так, поехали. Все. Давайте еще добудем немножко ресурса и попробуем что-нибудь прокачать из нашего снаряжения. Ну-ка, смотрим. Улучшение на F. Что у нас тут есть? Пулемет, экзокостюм и паук. Это что мы можем улучшить, да? Улучшенные подшипники 1. 30% скорости поворота орудия. Хорошо. Что я могу сейчас сделать? Наш ресурс 7 кристалликов и 2 каких-то камня. Это что? Пулеметная лента. Вот. Вот эта штука нам нужна. Я думаю, нам пригодится она в первую очередь. Мы можем купить ее. Отлично. Так. Теперь я предлагаю куда-нибудь в другое место переместиться. Давайте сходим вверх. Найдем какую-нибудь еще шахту. У нас время 17 минут. Я не знаю до чего. Какой-то может босс будет или что-то еще. Окей, начинаем буриться. Так, поехали. Ой, у нас на... Ой, какие-то тучки уже. О, летающие пошли, прикольно. Они также вздыхают, интересно. А, тут выше еще одна шахта есть, прям сразу. Вы можете в любой момент сесть в паука и отправиться по стене в поисках более подходящих... А, более перспективных шахт. Хорошо. Вот, отлично. А нет, я думал быстрее. Ну да, побыстрее копает, но не так, чтобы прям быстро. Хорошо, давайте здесь прорубимся немножко вперед. И посмотрим, что есть. Все-таки нам нужно улучшать своего паука. А как узнать, когда будет нападение? А, наверное, внизу слева у нас есть график, который уже заполнен почти наполовину. Такс, отлично. Нашли еще руду, всасываем. О, уже полная. Нам нужно также улучшить скорость движения. Она у нас вообще никакая. О. Так нельзя. Наверное, нельзя. Смотрим, что можем еще сделать. Вот, скорость. Вот эта штука нам нужна. Это что такое? Добыть больше ресурсов. Робопаук. Пока что этих ресурсов нам не попадалось. У нас как бы стандартные ресурсы. Ну вот это я, конечно, бы улучшил. И, в принципе, все. Так, поехали. Покопаемся еще. У нас есть несколько секунд до атаки. Так, еще одну руду вскопаем. Так, можно возвращаться. Думаю, сейчас мы переместимся в какое-то другое место на стене. Давайте сразу отключимся.
перейдем на вот это место. И отсюда уже будем атаковать врагов. Так, где вы? Ой, какой-то большой уже летит. Так, меня начинают атаковать. Мне это не нравится. Да что ты такой жирный? Так, хорошо. А где здоровье? А, вижу. Также слева самый крайний график. Ну, нас повредили немножко, но я думаю, не так критично. Врагов стало очень много. И я думаю, что на данный момент нам нужно улучшать оружие нашего паука. По-другому мы никак не справимся. Время у нас еще немножко есть. Так, смотрим. Сквозь поворот орудия. Урон и скорость стрельбы. Ну, наверное, пока скорость стрельбы можно улучшить. А потом урон. А, еще можем улучшить подшипники. Давайте сразу купим. По-любому эта штука нам нужна. Без этого мы в дальнейшем не справимся. Поехали. Время еще есть. Попробую что-то найти интересное. Так, о. Хорошо. Все, всасываем. Есть места в породе, которые более мягкие и копаются быстро. А есть, которые очень-очень долго. Так, пора возвращаться. Ой, что это такое? Вы нашли схему. Форсированный реактор экзоскелета. 20 к эффективности бурения, 10 скорости перемещения в шахте. Ой, отлично. Отлично, теперь я быстрее... Передвигаюсь немножко, и также у меня немножко стало, ну, побыстрее добывать. Короче, быстрее добываю, быстрее двигаюсь. Я понял, где они. О, вот. Вот это я понимаю. Уже почти что пулемет. Так, чувачки бегут. Не надо ко мне бежать. Они снизу и сверху, отовсюду. Какого фига? Кстати, ребята, кто играл в игру Дом Кипер... Они найдут очень много схожих моментов в этой игре и в той. Но, по-моему, разработчики совсем разные. Как я понял. Все? Нет. А, поехали. Я хочу переместиться на другое место. А, интересно, если, допустим, есть в каждой шахте какие-то интересные артефакты. Хотя вряд ли. Так, хорошо. Буримся. Ой, сразу нашли что-то. Был ли великий потоп? И не является ли он доказательством небесконечности стены? Но я скажу так. А кто вам сказал, что стена затоплена до самого основания? Интересно. Не интересно. Я только потратил времени больше на эту штуку. Пойдемте дальше. Я думаю, буду вверх перемещаться. Хотя можно было бы и вниз. Но по сути, если стена бесконечная, то без разницы, куда двигаться. Вверх или вниз. Но, ребята, если вы знаете, можете написать в комментариях. Я буду вам очень признателен. Ого. Я двигался долго-долго вверх. Ага, понятно. Какие-то напали. Интересно, я могу давить? Допустим, если буду идти вперед, я передавлю? А, я вообще двигаться не могу. Но это как-то неправильно сделано, если честно. Так, умирайте. Блин, нет, я могу умереть сам. Короче, я понял. Походу, я сюда зря пошел. Надо было вниз идти. Да, надо было идти вниз. Ваш робопаук уничтожен. Я понял. Нужно было идти просто вниз. Так как я вверх пошел, стали какие-то очень сильные ребята. И поэтому ничего не смог сделать. Так, крюк. Позволяет пауку совершать быстрый рывок вниз по стене. Угу. Позволяет запускать самонаводящуюся ракету. Урон 500. Интересно. Ой, бур. Бурит 5 блоков. Ну, 5 блоков это такое себе. Контейнер. Вот это хорошая штука, кстати. Так, это недоступно.
А, быстрый рывок по стене вверх и вниз. Понятно, это что? Скорость паука плюс 40. Ну, это тоже интересная вещь. Ну, наверное, я бы взял сейчас контейнер для ресурсов. Я думаю, нам это более необходимая штука. Давайте еще раз сыграем. Так, ребятки, я снова на этом экране. Опять у меня не получилось. Я не знаю, что там делать нужно. Я пока что просто не понимаю особо. Но, то, что я могу что-то улучшить, мне это нравится. Так, могу прочность еще добавить. 1800. Быстрый рывок вверх по стене. Так, просто не понимаю, как двигаться нужно, то ли вниз, то ли вверх. Но я могу, в принципе... Блин, сумка 5000 стоит. Могу прочность взять. Да, давайте прочность возьмем. Больше ничего не могу. Хорошо. Я все-таки, видимо, вырежу два захода неудачных, потому что... Я не знаю, просто как бежать нужно правильно вниз-вверх. Пока для меня это непонятно. Ну хорошо. Чем дальше, тем я больше учусь, поэтому все нормально будет. Тем более после каждого захода, даже сильно неудачного, мы прокачиваемся. Делаем сильнее нашего паука, поэтому будем держаться все больше. Здоровья у нас уже много стало. Хотя был бы от этого смысл, было бы лучше. Но все-таки. Давайте искать ресурсы, минералы или что это такое. И как-то пытаться выжить в этом жестоком мире. Где просто если ты пошел не в ту сторону, тебя наказывают. Такс. Ой, приятно. Что у нас с этой стороны? Надо будет потом взять штуку, которая на 5 секунд врагов, ну, меньше спавнит. Это тоже была бы нормальная вещь. Хотя 5 секунд немного, но с другой стороны. Так, стоп. Кристаллик валяется такой один. Забирать надо по-любому. Поехали. Что мы можем взять? Ну, наверное, скорость копания возьму сразу. И поворот. А, скорострельность возьмем. Да, потом поворот можно будет взять. Все, поехали дальше. Вот куда мне ехать, вверх или вниз? Давайте вверх, если также шахт не будет долгое время. Я начну вниз опускаться. О, шахта есть. Это хорошо. Видимо, просто мне нужно вверх-вниз постоянно перемещаться. Но как понять эту грань, где больше нельзя? А где враги? А, где-то снизу там бегут. Еще есть. Все. Здесь сразу есть ресурс. Меня это радует. Значит, зашли нормально. Так. Все, собираем сразу. Хотя можно было бы и потом собрать. Пока что набурить. А на обратном пути собрать все, что мы набурили. Наверное, так будет более эффективно. Ну, конечно, исключения типа вот такие. Забираем сразу. Так, стоп, забирай. О. Неплохо. Да, надо скорость движения увеличить. Мы как-то очень-очень медленно двигаемся. Хотелось бы побыстрее. Ну, хотелось бы прям сильно быстрее, но, как я понял. Так, чё, всё, что ли? Так скудно. Подожди. Давайте вперед копнемся. Угу. Тут еще ресурс есть, но мы собрать его не можем. А могу я просто вот так подсасывать, подсасывать. А потом забрать в другой раз. Давайте вот эту штуку сразу по полной закупимся. Так, я также могу теперь
А, пока что я выйду, заберу оставшиеся ресурсы. И, в принципе, все, я смогу двигаться дальше. Так, здесь ничего больше нету. Угу. Слышу, слышу. О, летят. Отлично, поехали. Также попробуем вверх ехать. А, вот шахта сразу прям. Вот это приятно. А насколько я понимаю, где попадается, ну, трава, тогда в другую сторону ехать надо. Так, что ты тут? Да, отшельник был стар еще, когда многие из нас были совсем юнцами. Но является ли это доказательством его божественной природы? Может, он просто прятал своего сына, и теперь тот играет его роль? Окей. Поехали дальше. Значит, если мы находим место, где порода становится жесткой, значит, нам нужно двигаться в противоположную сторону, да? Так, ну пока что все хорошо. Эта порода нормальная. Ой, и приятная. Забуриваемся сразу хорошенько. Чувствую, что скоро нам придется двигаться в противоположном направлении. Это меня, честно, совсем не радует. Такс. Что у нас тут вверху есть? Ой, полезности. Все, полное. Ну и больше, в принципе, я тут особо ничего интересного не вижу. Так, а сбоку... А, там еще какая-то штука есть. О, летят. Сразу по улучшениям. О, я могу еще вот эту. Блин, я вот эту хочу вещь. Я думаю, то, что я сейчас нормально отобьюсь. О, ракета прям хорошо сделала. Надо в таких больших врагов сразу ракету пускать. Они красиво прям творят вещи. Все? Ну, кстати, я отбился очень неплохо. Теперь я зато могу бурить намного лучше. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Видимо, ой. Я хотел уходить отсюда уже. Так, это то же самое, да? Плюс 30 скорости поворота орудия. Ой, как приятно. Блин, тут такие вещи не так спрятаны бывают. Их найти тяжело. Просто за одним камнем. Так, дождик пошел. Улучшение... Ничего не могу. Хорошо. Поехали дальше. Сходим вверх. А, нет, нормально, шахта есть. Давайте забуриваемся. Угу. Отлично. Начинаем творить вакханалию. Ой, как быстро буримся, так приятно, вообще класс. Ой, я уже полный, нифига. Так, давайте прокопаемся еще немножко, посмотрим, что здесь интересного есть. Может, даже какой-то артефакт найдем. Ой, а это что? Что это? Я не знаю, что это, но мне это нравится. Так, быстренько на базу. Что это за штука? Так, каждые 180 секунд в пауке производится бомба. Эту бомбу можно подобрать и перенести в шахту. Если ее отпустить, запустится таймер, по истечении которого она взорвется, разбив все блоки поблизости. Ой, тоже классно. Такс. Но тем временем нам нужно что-то... Разброс пуль. Так, скорость поворота. Но я... У нас передвижения нету. Передвижение возьмем. И на эту штуку хватает. Так. Ну, в принципе, все. Смотрим, кто у нас нападать будет. Благо то, что пока я не вижу каких-то больших монстров. Но у нас ракета есть, я думаю, она нам поможет очень хорошо.
если кто-то большой придет на нас. Так, быстренько поворачиваемся. Нечего бить меня. Вообще, как вы по стенке так бегаете? Хитрожопые монстры. О, последний остался. Так, сейчас я в эту же шахту вернусь. А, во. А есть помпа? Нет. Поехали дальше. Так, я скорость улучшил, да? Что-то я не вижу, как я, чтобы быстрее двигался. Как-то двигаюсь так же, как и был. Так, ой, как много здесь ресурсов. Чисто зашел сразу на максимум. Набрался. Все, я максимальный уже. Офигеть можно. Но этот заход получился очень удачный. И эта шахта очень удачная. Да. Надо будет по-любому сюда возвращаться еще раз. Просто очень много всего. Нужно скорость в любом случае на данный момент исследовать. У нас уже 4000 этих штучек для улучшения нашего паука. Это вообще шикардосик. Так, а скорость, еще скорость нужна. В принципе, пока что больше мы ничего не можем. Успею сбегать еще раз. Поехали. Ну, быстрее, но не так, чтобы прям уже быстро-быстро. Ну, уже получше. Большая шахта прям такая. Опять полный ресурсов. Да ладно. Придется еще возвращаться сюда. Ладно, значит, что мы делаем? Улучшаем наше оружие. Это что? Плюс урон. Так, давайте плюс урон сделаю. Все, это пока что оставляем. Все, давайте, летите. О, жирненькие пошли. О, как хорошо ракеты помогают. Жалко, у них такое КД большое. Нет, не надо бить меня. Умрите. Странные твари. О, хорошо. Поехали еще раз сюда. Я прям такой клондайк тут нашел. Много так ресурсов. Даже не хочется никуда переезжать. Просто копаемся и копаемся. Так, что у нас тут? О, еще ресурсы. Все, забираем. Благо то, что я еще бур улучшил. Он копает теперь красиво, мне нравится. Я уже почти опять полный. Что творится? Все. И опять на максимум. Так, ну даже, наверное, на этом закончить надо. Эту шахту. Тут парочку валяется еще. Но такое. Уже такое себе. Нужно переезжать. Что по улучшениям? Вот эту штуку улучшим. Так, хорошо. Потом надо вот эту сделать. А, бомба появилась. Нет, ну бомба, думаю, такое. Которое нам не особо нужно. Нифига себе, прям снегом засыпало. Прикол. Наверное, думаю, нам придется сейчас вниз двигаться. Да, поехали вниз. Я не успел. У нас теперь нападают большие монстры. Или нет? А, ну да. Видите, я, получается, вверх поднялся. И даже шкала не заполнилась. Уже нападают большие монстры на меня. Но, тем не менее, я прокачался немножко. И смогу им отпор дать. А кого я взорвал? Но все равно я буду вниз двигаться к новым шахтам. Я думаю, я вытерплю эти нападки все. Так, ну-ка, дайте пройти. Ходу мне. Еще ракета. Ой, тоже хорошо. Да, я уже выдерживаю тут эту типа сильную атаку. Такс. Мне это нравится. Уже живем больше, и что будет через 8 минут, это загадка.
А, вот и шахта сразу. Опять нападение? А, ну я понял. Да типа нападение то было, то что я далеко сильно двигаться начал. А теперь нападение типа стандартное. Но это неприятно, когда два нападения сразу. Кто еще? Ну-ка. Да, кто-то там лазит. А, все. Зеленая трава, кстати. Ой, она какая жесткая. А, зеленый алмаз. Вот они где находятся. Это на ремонт. Даже хоть я улучшил бур, но все равно она так копается здесь долго. Думаю, что-то здесь интересное находиться должно в этой локации. То, что как бы без улучшенного бура ты сюда не пойдешь толком. Надо посмотреть. Немножко исследовать это все. Я вот думаю, теперь при прокачке нашего паука я буду брать, чтобы волны врагов приходили пореже. Мне это будет очень помогать. О, что это такое? Нифига себе, какие-то пещеры странные. Так, хорошо. Выгружаемся. Дойти я не успею туда, к сожалению. Что у нас есть? Пока что улучшить я... облегченный ствол. А, это я нашел артефакт. Классно, классно. Но ничего я не могу пока что. Починиться могу, но у нас пока что есть запас здоровья. Не хочу тратить. Давайте копнусь с самого начала. Может быть, что-то тут найдется поблизости. Хотя я в этом сомневаюсь. Жесткая порода. Ну, хотя проход себе сделаю, чтоб потом. Слышу, слышу. Не ругайся. О, летят. О, большой летит. А, хотел сказать, какого хрена не в ту сторону полетело. Так, но меня радует то, что я смогу починиться. Ой, как, а чё их так много? На это, честно, я не рассчитывал, что так много врагов будет на этой волне. Так, появилась ракета. Давайте ракету. Ой, вот это было красиво. Хорошо, поехали эту пещеру исследовать. Интересно, что там будет. А может и ничего не будет, просто какое-то ответвление интересное. Но зеленые кристаллики нам нужны в любом случае, чтобы чиниться. Таким образом мы будем доходить немножко дальше. Какой-то артефакт попадется, возможно. А может и нет. Нет, наверное, здесь больше ничего нету. Да. Хорошо. А, теперь уходим и будем двигаться дальше. А, также думаю, я вниз пойду, потому что вверх, как мы поняли, смысла особого нету. А вот вниз... вниз нужно. Так, тем более у нас есть рывок. Вот так-то. Так, а, тут нету выбора оружия. Я думал, то, что здесь можно тоже будет ракету выбрать. Но нет, этого нету. У нас уже немножко дымится наш паук. Так, снова я не вижу шахт. Меня это немножко накаляет. Потому что на нас напасть снова могут оравой крутых монстров. Но, тем не менее, у нас осталось 4 минуты. Я думаю, что-то произойдет по окончании времени. Да. Сильная атака. Придется отбиваться. Так, стоп. Насчет отбивания, кстати. Насчет... о. Скорострельность. Да, вот это возьму. Мне как-то жить надо. Так, стреляю я побыстрее. Мне нужно вниз двигаться в любом случае. Они будут стрелять, будут не попадать в большей степени. Ну, в принципе, я вроде как отбиваюсь. Меня это радует. Так, еще ракета. Шикардос. Так, кого-то там убили. А, вот и шахта. Боремся сюда. Всех вот этих убиваем, товарищи. А, даже могу починиться, но пока что у меня здоровья больше половины. Я думаю,
Это оставим. Ой, какие-то новые чуваки бегут, стреляются. О, блин, опять волна. А, нет, вот он, чувак. Все. Снова зеленое все. Но мне уже нравится то, что я вот эти большие волны начал переживать. Алмазики. Надеюсь, я доживу до истощения этого времени. 3 минуты осталось. Посмотрим, что будет потом. Как-то мне не нравится вот эта шахта. Что-то здесь муторно сильно. О, а что там? Что там есть? Я вижу через текстуру какую-то штуку интересную. Как только пробиться туда? Вопрос остается в этом. Через верх или через низ? Ага, через низ. Ой, что-то чувствую будет интересное. Так, еще немножко. Еще чуть-чуть. Сюда. Нет. Блин, как-то по кругу. Или не сюда. О, зато артефакт нашел. Тоже прикольно. Так, поехали. Как раз артефакт относим, и начнется волна. Блин, тут так далеко теперь ходить приходится. Так, что нам артефакт даст? Кстати, бомба, надо бомбу будет взять. Позволяет возводить автоматически добывающие станции входов незанятых шахт. Такие станции приносят небольшое количество ресурсов раз в минуту. Максимальное количество 3. Репликаторы позволяют пауку возводить разнообразные постройки. Для этого паук должен быть подключен к шахте, где еще нет построек. Нажмите Б. Ресурсный комбайн. И чё? Хм, непонятно, но очень интересно. Так, хорошо. Стоп. Вообще ничего не могу улучшить. Могу чиниться. Это меня радует. Так, надо ракету выпускать. Ракета прям четкая штука, не зря я ее сделал. Ну и в принципе не так уж и врагов много. А, еще плывут. Или летят, или что они делают. Так. А, еще волна. Тогда много. О. Прям очень удачно получилось. Я ж построил. Или строить нужно, когда шахта полностью целая. Ладно, пока непонятно. Но это мы посмотрим обязательно. Так, поехали. Я хочу этот артефакт. Может, там ничего нет? Может, просто это глюк какой-то? Наверное, это глюк. А я уже понадеялся. Типа, какой-то там артефакт крутой лежит. А там, оказывается, нифига и нету. А может, и есть. Так, все, я опять полный. Ну-ка, посмотрим, что тут. Ну, кстати, богатая тоже шахта. Много всяких ресурсов. О, тут еще есть. Да, еще ходку можно сделать. О, еще и алмазы. У меня, кстати, время. 20 секунд осталось. Так, ладно, возвращаемся. Хм, хитрая вещь, да? Чисто присосал. Слышу, слышу, слышу. Такс, такс, такс. Давайте пока я ничего улучшать не буду. Да что случилось? Я не понимаю. Это что? Это типа босс, что ли? Что это такое? А, двигаться нужно еще. Так, стоп. А сколько? 15%.
О, я еще починиться смогу. Благо, у меня эта штука есть. Ракета, поехала. Нет, меня зажали тут. Хотя она не сильно много урона нанесла. Но неприятно все равно. Надо в эти штуки стрелять. Да хватит меня зажимать. Да нет, так нормально наносит урона, кстати. То, что не зажимают меня, это неприятно. Ой, так, давайте починимся сразу. На всякий пожарный. Да ё-моё. Мне вот эти враги мешают часто. Ракета. Ой, я ему одну штуку сбил. Так, понятно. Нет, а как я не усмотрел? Ай, блин. Ну ладно, я понял, что будет. Будет босс. У нас 11 тысяч, нифига мы набрали. Ничего тут интересного не появилось? Нет. Тогда предлагаю по-любому взять вот эту штуку для ресурсов. Так, вот эту можно купить. Нифига себе, он крутой стал. Осталось 3000. Это что у нас? Скорость паука. Ну это тоже нужная вещь. Ракетную. А, 3500 не хватает. Быстрый рывок, так это понятно. Давайте двигатели. А, 3200, что я собираюсь купить. Могу вот эту штуку купить. Быстрый рывок. Кстати, у меня быстрого рывка вверх нету. Нужно его взять. Ну, в принципе, больше ничего купить не могу. Да, все дорогое стало. Ладно, ребят, на этом закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться. Также пишите в комментариях, нравится ли вам эта игра или нет. И мы поиграем в нее еще разочек. И всем пока!